с победой, с дублем. Какое впечатление оставил матч? Ну, очень хорошее впечатление. Радовался первой заброшенной шайбе. Много не реализовали своих моментов. Это вот самое наше нелюбимое дело. Нужно работать над большинством, над меньшинством. В обороне очень нужно лучше играть. Над меньшинством, показалось, сегодня поработали в концовке матча. Почему посыпались удаления? Просто как бы ненужные удаления были. Сами, может, нарвались на них. Как бы неоправданные. Все вот так вот, как сложилось. В чем, может быть, особая сложность была играть именно с Ригой? Потому что многие ребята говорят, что такая очень вязкая, цепкая команда. Я не знаю, мне сложности так особо не показалось. Я играл в свой хоккей, у меня все получалось. Как бы, были моменты, которые не получались, но будем исправлять их и дальше играть.